В Ярославске на снег начал ходить общественный транспорт. Утром в Хамру и Ярославский отправилась «Газель», которая доставила в город жителей отдаленных населенных пунктов. Завтра пассажиров везут обратно. Транспортный вопрос много лет стоял перед жителями Ярославского наслега. Зимой они могли добраться до районного центра только на личном транспорте, летом на лодке, а в период межсезонья и вовсе оставались отрезанными от большой земли.